Делюсь рецептом очень вкусного хвороста, чтобы он смотрелся более аппетитно, его лучше посыпать сверху сахарной пудрой. Тесто для данного хвороста готовится на минеральной воде, за счет этого он получается очень хрустящим и вкусным, берите на заметку рецепт. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте необходимые ингредиенты. В миску всыпьте муку, добавьте сахар. Перемешайте и влейте минеральную воду. Влейте растительное масло, замесите тесто. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Вырежьте прямоугольники, в центре сделайте надрезы. Выверните один край через дырочку, разогрейте растительное масло, выложите хворост и жарьте его до румяного цвета. Получился вот такой хворост на минералке. Приятного чаепития! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Вода 0,5 стакана, минеральная. Сахар 1 чайная ложка. Масло растительное 1 чайная ложка. Мука 1,5 стакана. Сахарная пудра 1 столовая ложка. Количество порций 3. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачного дня!